دمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. На прошлом уроке, то есть в главе Навасих, мы говорили то, что Навасих делится на три вида. Первый это Кана ва Ахаватуха, Кана и ее сестры. Второй Инна ва Ахаватуха, Инна и ее сестры. И третий Зананту ва Ахаватуха, Зананту и ее сестры. И сегодня будем разбирать Аль-Аввалю мина Навасих. Первый из Навасих это Кана ва Ахаватуха. Аввалян, то есть сперва, Кана ва Ахаватуха, Кана и ее сестры. Каля аль-Мусаннифу, сказал автор, то есть Ибн Аджрум, в своем матне, «Фаамма кана ва ахаватуха». И что касается кана и ее сестры, «Фа иннаха тарфауль исма ва тансибуль хабара». И поистине кана и ее сестры приходит перед мубтадой и хабаром, и мубтада становится исмун кана или исмун один из сестер Кана. И Исмун Кана будет марфуам, а Хабарун Кана будет мансубом. И поэтому Кана и ее сестры приходят перед Мубтадой и Хабаром и отменяют хукам Мубтады и Хабара. Мубтада становится Исмун Кана марфуа. Ва аламату рафъи ад-дамма, то есть становится марфуа. И признаком его рафа будет дамма или марфуа будет дамма. И хабар будет хабарун кана мансуб. Ва аламату насбихи аль-фатха. И признаком его насба будет фатха. Фа иннаха и поистине они, то есть кана и ее сестры, тарфауль исма, делят рафа исм. Ва тансибуль хабара. И делит насб, то есть с фатхой, хабар. И также мы сказали в прошлом уроке, то что кана и ее сестры являются глаголами. Являются глаголами. Вахия и они, то есть кана и ее сестры. Кана ва ахаватуха. Вахия и они, кана. Второй, амса. Третий – Асбаха, четвертый – Адха, пятый – Залля, шестой – Бата, седьмой – Сара, восьмой – Лейса, девятый – Мазаля, десятый – Ваманфакха, одиннадцатый – Вамафатиа, двенадцатый – Вамабариха, и 13 вама дама. Их 13. Их 13. И поэтому сперва разберем из Навасиха Кана и ее сестры. Как сказал Ибн Аджрум, автор этой книги, то есть автор матна, и что касается Кана и ее сестры, фа амма Кана ва ахаватуха, фа иннаха, и поистине они тарфауль исма, делают рафа с даммой исм, ва тансибуль хабара, и делят насб хабар, то есть с фатхой в конце. И они, то есть кана и ее сестры, первый это кана, второй амса, третий асбаха, четвертый адха, пятый залля, шестой бата, седьмой – Сара, восьмой – Лейса, девятый – Мазаля, десятый – Манфакка,
11 ма фатиа, 12 ма бариха, ма дама, ва ма тасаррафа минха наху. И то, что образуется от кана и от ее сестер, от них то, что образуется, мы сказали, что кана и ее сестры являются глаголами, и то, что образуется от них, например, кана – это глагол прошедшего времени, якуну – это глагол настоящего времени, кун – это повелительный глагол, асбаха также является глаголом прошедшего времени, юсбиху является глаголом настоящего времени. Асбих – это повелительный глагол. И поэтому то, что образуется от них, от кана и ее сестер, это склонение глагола, например, наху. Глагол прошедшего времени кана становится глаголом настоящего времени, якуну, или повелительный глагол кун. Асбаха, юсбиху, асбих, такулю, говоришь, кана, зейдун, коиман, зейд был стоящим, то есть зейд стоял. Кана является глаголом прошедшего времени, то есть фиалум, мадин, насихун, глагол прошедшего времени и отменяющий, отменяет хукам, то есть положение мубтади и хабара. Зейдун – это исмун кана марфуа. Ва аламату рафи ад-дамма. Каиман – стоящий. Хабарун кана мансуб. Ва аламату насби аль-фатха. Ва лейса амрун шахисан. Лейса является один из сестер кана, то есть является также отменяющим, скажем, фиалун мадин насихин, глагол прошедшего времени, и насих отменяющий. Амрун с даммой в конце является исмун лейса. Исмун лейса марфуун. Он марфуа. وعلامته и признаком رفعه его رفع الضمة это ضمة можно добавить الضمة الظاهرة على آخره явная ضمة в конце например перед приходом ليس перед عمرو عمر بالمبتدا عمرو شاخص عمرو مبتدا مرفوع с ضمي شاخص Хабарун марфуун с даммой, однако приходит Лейса. И Лейса является один из сестер Кана. Тарфауль исма. Исм делит марфуам с даммой в конце. Однако тансибуль хабара. Хабар делит уже насбом. Шахисан с фатхой в конце. И поэтому Лейса является глаголом прошедшего времени, насих отменяющий хуком мубтади и хабара. Амрун является исмун лейса, уже не мубтада, а исмун лейса, потому что мубтада это начало, а перед амр приходит лейса, и лейса является действующим фактором для амрун и шахисан, для обоих. Амрун исмун лейса марфуун биддамма с даммой, он марфу с даммой, это исмун лейса. Шахисан хабарун хабарун лейса тансибул хабар, он мансуб. Ва аламату насби аль-фатха или мансубун биль-фатха. Ва ма ашбаха залика и подобных вещей. Аш-шарху, комментарии. Кана ва ахаватуха. Кана и ее сестры. Хия они. Это кана амса. Асбаха
أضحى ذل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام أمسى أصبح أضحى ظل بات صار ليس ما زال من فك وما فتئ وما برح وما دام يعني все является من أخواتي كان из сестер كان из сестер Кана. Амалюха их действие. Тарфаул исма ва тансибул хабара. Делит рафа исм с даммой в конце. И насб хабар. Хабар будет с фатхой в конце. Мисалюха пример Кана и ее сестры. Кана зейдун каиман. Зейд, Зейд был стоящим, или Зейд стоял. Кана фиалун мадин насихун. Кана является глаголом прошедшего времени. Насихун отменяющий, отменяет хукам мубтади и хабара. Так как перед приходом Кана Зейд бил мубтадой, Каим бил хабаром. Зейдун Каимун. Приходит Кана или один из ее сестер. Янсиху отменяет хукам мубтади и хабара. Мубтада становится Исмун Кана Марфу с даммой в конце. Каиман становится хабарун Кана Мансуб. Бильфатха с фатхой в конце. Кана фиалун мадин насихун. Насих отменяющий является глаголом прошедшего времени. Насих отменяющий. Ярфаул исма. Исмун кана будет марфуа с даммой в конце. Ваянсибул хабара. А хабар будет мансубом, то есть с фатхой в конце. Зейдун, Зейдун, Исмун Кана, Марфуун, Зейдун это Исмун Кана Марфуа, ва аламату рафи аддамма захира аля ахири, он Марфуа, и признаком, то есть мы говорим Марфуа, и говорим признак его рафа, что это дамма, это дамма, это явная дамма, дамма захира, это явная дамма в конце. Зейдун в конце это явная дамма. И признак его рафа это дамма. По дамму мы узнаем, что это марфуа. Так как исмун кана он всегда марфуа. Каиман хабарун кана. Хабарун кана, однако мансубун. Как мы узнали, что хабарун кана он мансуб. Ва аламату и признаком, по признаку мы узнали. И признаком насбихи, его насба, это фатха. Аламату насбихи аль-фатхату вахира аля ахири. И признаком его насба является явная фатха в конце. Каиман. Вакана ва ахаватуха танкасиму иля саласати аксамин. Что касается кана, вакана, и кана, ва ахаватуха, и ее сестры, танкасиму делятся иля саласати аксамин, на три части. То есть кана и ее сестры делятся на три части. Ахадуха, первый из этих трех частей, то есть первый вид, «Ма я'амалю хазаля амаля биля шартин». То, что делает действие без условия. Делает действие, действие отмены положения мухтады и хабара без условия. «Биля шартин». «Вахия саманияту альфазин». И их восемь. «Кана ва амса ва асбаха». Ва адха, ва залла,
вабата, васара, валейса. Их восемь. Они делают отмену, то есть отменяют положение мутады и хабара без условия. Без условия. То есть они делают действие отмены, то есть это то, что делает действие без условия. Без условия они приходят перед мубтадой и хабаром, отменяют их хукм, их положение. Мубтада становится исмун кана, или исмун амса, или исмун асбаха, или исмун адха, или исмун залла, исмун бата, исмун сара, исмун лейса, марфу' бидамма, марфу' с даммой. И хабар уже не будет хабаром для мубтади, будет хабаром для кана мансубун бильфатха. Хабарун амса мансубун бильфатха. Хабарун асбаха, адха, залла, бата, сара, лейса, кана. وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. Что касается кана, и она указывает на описание исма с хабаром в прошедшее время. То есть действие произошло в прошлое время. Мислю, например, кана аль-барду шадидан, холод был сильным. Перед приходом кана аль-барду был мубтадой. Шадидун бил хабаром. Приходит кана, отменяет хукм без условий. Отменяет хукм без условий мубтады и хабара. Аль-барду уже исмун кана становится исмун кана. Марфуа. Бидамма. Шадидан уже мансуб. Хабарун кана мансубун бильфатха, с фатхой. Амса вахия туфиду иттисафаль исми бильхабари филь масаи. Что касается амса, вахия, и она, то есть указывает на описание исма с хабаром в вечернее время. Мислю, например, амса зейдун закиран. Зейд был поминающим, то есть в вечернее время. И поэтому амса, она несет или указывает описание исма с хабаром в вечернее время. Мислю амса зейдун аззакиран. Амса является глаголом прошедшего времени. И также насихун, отменяющий. И он работает без условия. Без условия. Зейдун исмун амса марфуун бидамма. Закиран хабарун амса мансубун бильфатха. Асбаха. Асбаха вахия туфиду тисафал исми бильхабари фиссабахи. А что касается асбаха, и она указывает на писание исма с хабаром в утреннее время. Мислю, например, асбахаль барду шадидан. То есть холод утреннее время стал сильным. Асбаха, скажем, в арабе, в разборе, фи'лун мадин насихун. Глагол прошедшего времени отменяющий. Отменяет хукам мубтады и хабара. Аль-барду становится исмун асбаха марфуа биддамма с даммой. Шадидан уже становится хабарун асбаха мансубун бильфатха. Асбаха также работает без условия. Била шартин, без условий асбаха. Кана амса асбаха. Работает без условия. Аддуха. Это время духа. От восхода примерно до обеденное время, до зухра. Аддуха. Вахия туфиду тисафаль исми бильхабари фиддуха. Аддуха.
и она указывает описание исма с хабаром во время духа, мислю, например, «Ад-духа зейдун нашитан», то есть «Зейд» время духа был активным. «Ад-духа фи'лун мадин насихун» – это глагол прошедшего времени, он отменяющий. «Зейдун исмун ад-духа марфу'а» – «марфу'а» – «биддамма» – «с даммой». Нашитан хабарун адха мансубун биль фатха. Адха также работает биля шартин, без условия. Залля – это дневное время. Вахия туфиду тисафал исми биль хабари фин нахари. И залля – и она указывает описание исма с хабаром в дневное время. Мислю, например, «Залля зейдун саиман». «Зейд бил пасящим днем». То есть дневное время «Зейд бил пасящим». «Залля» является «мин ахавати кана» из сестер кана. Глагол прошедшего времени, отменяющий насих, отменяет хукам мубтади и хабара. Зейдун является исмун залля марфу' бидамма. Саиман является хабарун залля мансубун бильфатха. Бата – это ночное время. Вахия туфиду тисафал исми бильхабари филлили. И бата, и она указывает на описание исма с хабаром в ночное время. Мислю, например, бата зейдун мусаллиян. Зейд провел ночь молящимся. Бата и залла оба также работают биля шартин, без условия. Бата является глаголом прошедшего времени. Насихун, отменяющий. Фи'лун мадин насихун. Зейдун. Исмун бата марфуа биддамма. Исмун бата марфуа биддамма. Мусаллиян хабарун бата мансубун бильфатха. Сара. Сара, его перевод как становится или превращается. Сара. Вахия туфиду тахаввулал исми «Иля л-халяти л-лати ядуллю алейха л-хабару». Что касается «сара», «вахия» и «она» указывает на переход «исма» из одного положения, которое указывает на нее «хабар». Мислю, например, «сара л-аджину хубзан». Стало тесто хлебом. То есть тесто становится хлебом. Сара – это превращение. Становится. И поэтому Сара, она несет, указывает на изменение, на превращение исма из одного положения, то есть к положению, которое указывает на нее хабар. Хабар указывает то, что исмун сара стал хубзом, хлебом. Сара также работает без условий и является один из сестер кана. Скажем, фи'лун мадин насихун. Глагол прошедшего времени, отменяющий. Аль-аджин. Исмун сара марфу'а. Ва аламату рафа'и ад-дамма. Хубзан хабарун сара мансуб. وعلامه نصبه الفتحه и лейса. Лейса это отрицание, не лейса. وهي تفيد النفي الخبر عن الاسم. И лейса, она указывает на отрицание хабара от исма. Мисло قوله تعالى, например, слова Всевышнего, وليس ذكرك الانثى.
То есть мужчина не подобен к женщине. Лейса – это отрицание. Лейса также работает без шарта, без условий. Является один из сестер Кана. Является глаголом прошедшего времени. Насих, отменяющий хукм муртади и хабара. Аз-закару исмун лейса марфуум биддамма. Каль-унса, каф является один из частиц джарра или хафда. Аль-унса является исмун маджрур, это исмун маджрур, бил-каф. Ва аламату джаррихи аль-касрату аль-мукаддара аль-алиф аль-максура. Мана'а мин аз-зухуриха аль-та'аззур. То есть аль-унса в конце аль-максура. Алиф Максура не принимает ни дамму, ни фатху, ни кясру. И три признака играба – дамма, фатха и кясра – подразумевает над алифом. И поэтому он маджрур по причине каф. Однако подразумеваемые кясра являются признаком его джарра над алифом. И, скажем, фи махалли насб, в положении насб, Хабарун лейса. Или скажем, например, джар маджрур. Харфу джар исмун маджрур. Мутааликани. Они оба относятся би хабарин махзуфин. К удаленному хабару между аз-закару и кал-унса. Вассани. И второй. Ма я'малю би шарти такаддуми нафин. И второй. Это те сестры Кана, которые работают с условием, чтобы перед ним пришла частица отрицания. Например, «Вахуа арбаату альфазин». Их также четыре. Это «Заля», «Бариха», «Фатиа», «Ванфакка». Их четыре. Эти четыре работают с условием. С условием, то, что перед ним должно прийти отрицание. Частица отрицания. Это заля, бариха, фатиа, ванфакка. Вахия туфидуль истимрара. То есть, перед заля, бариха, фатиа, ванфакка приходит частица отрицания. И заля, бариха, фатиха, факка, они указывают на истимрар, то есть непрерывность. Вахия туфидуль истимрара. И они, заля, бариха, фатиха, факка, указывают на непрерывность, на продолжительность. Наху, например, Каули Набии саллаллаху алейхи вассаляма. Например, слова пророка саллаллаху алейхи вассаляма. Ма заля Джибрилю юсини бильджари. Ма заля не переставал Джибрилю, Джибриль, делать наставление относительно соседа. И заля перед ним приходит ма. Это частица отрицания. Это отрицание. И поэтому заля, бариха, фатиха, факка, они работают с условием, то, что перед ним должно прийти частица отрицания. Это ма. Или, например, ваннаху каулика ма бариха зейдун кариан. Зейд не переставал быть читающим. И бариха перед ним приходит ма, это частица отрицания. Если, например, перед заля, бариха, фатиха, факка не приходит частица отрицания, в этом случае они уже не являются один из сестер Кана. И поэтому они бывают сестрами Кана с условием, чтобы перед ним пришла частица отрицания. Ма бариха зейдун кариан. Зейдун, зейдун является исмун бариха марфуа
بالضمة. قارئًا является خبرٌ. بارحة منصوبٌ بالفتحة. И поэтому зала бариха. Фатиа, факха. Четыре. Работают с условием то, что перед ним должна прийти частица отрицания. Ма заля, ма бариха. Ма бариха. Зейдун кариан. Зейд не переставал быть читающим или чтецом. وَمَا فَتِعَ عَمْرٌ الظَّاكِرًا. Амр не переставал делать зикр. مَا فَتِعَ عَمْرٌ الظَّاكِرًا. Амр не переставал делать зикр. Амрун является исмун фатиа марфуа бидамма закиран хабарун фатиа мансуб бил фатха. وَمَنْ فَكَ بَكْرٌ مُسَلِّيًا. Бакр не переставал молиться. Бакрун является исмун факка марфуа би дамма. Мусаллиян является хабарун факка мансуб бил фатха. Так как заля, бариха, фатиа, ван факка, они являются из сестер Каана с условием то, что перед ним должна прийти частица отрицания. И поэтому мазаля Джибрилю Юсини Бильджари, то есть Джибриль не переставал делать завещание относительно соседа. Мабариха Зейдун Кариан, Зейд не переставал быть читающим. Или, например, Мафатиа Амрун Закиран, то есть Амр не переставал делать зикр, быть поминающим. وَمَنْ فَكَ بَكْرٌ مُسَلِّيًا. И Бакр не переставал молиться, быть молящимся. وَالثَّالِثُ. И третий. مَا يَعْمَلُ بِشَرْتِ تَقَدُّمِ مَلَّ مَصْدَرِيَّ ذَرْفِيَّ. И третий также работает, делает действие кана с условием то, что перед ним должно прийти ма масдария зарфия. Ма уже не является частицей отрицанием, однако является маль масдария. Ма являющий масдаром и также указывающий на время. Зарфия на обстоятельства. Вахуа дама. И эта дама, это последний. Это последний, третий, который работает с условием. Ла гайру, нету другого. Вахия туфиду баяналь мудда. И она указывает на разъяснение промежуток времени. Или она указывает на разъяснение срока. Наху каулихи та'аля. Например, слова Всевышнего Аллаха Субхана ва та'аля. Ва аусани биссалати. Ва закати ма думту хайя. Ва аусани. То есть слова пророка Иса алейхи саляму. Ва аусани. И завещал мне, то есть Всевышний Аллах, би салати, молитву, ваззакати, и выплачивание закята, ма думту хайя, до тех пор, пока я жив, ай, то есть, муддата давами хайян, ай, то есть, промежуток времени моей жизни. Подразумевается, завещал мне Всевышний Аллах молитву и выплачивание заката до тех пор, пока я жив, то есть промежуток времени моей жизни, Всевышний Аллах завещал мне молитву и выплачивание заката. И поэтому «ма думту» подразумевается «муддата давами».
промежуток времени моей жизни. И поэтому «ма» является «масдария». «Давам» — это «масдар». «Думту» — это глагол прошедшего времени. Здесь подразумевается «давам». «Давам» — это «масдар». Это «масдар». И поэтому, когда «ма» приходит перед «дама», или здесь «думту», здесь подразумевается «давам». То есть «давам» — продолжительность. И поэтому «ма» является «мастария». «Зарфия» — «зарфия» — то, что оно указывает на промежуток. Промежуток, например, здесь подразумевается промежуток моей жизни, пока я жив. И поэтому «ма» — это не является отрицанием. Это «мастария» и «зарфия». «Ма думту хайя» — это третий, который работает с условием, однако при приходе «ма ль-масдария». «Ма ль-масдария ль-зарфия». «Ва ма'на каули ль-мусаннифи» — и значение слов автора, то есть Ибн Аджрума в матне, «Ва ма тасаррафа минха» — и то, что образуется от них, от Кана и ее сестер, ай, то есть мин кана ва ахаватиха, от кана и от ее сестер. Фа иннаху, и поистине он, кана и ее сестры, ямалю, работают, амаль аль-мади, то есть они бывают глаголами прошедшего времени, саваун кана мудариан, и также они бывают глаголами настоящего времени. То есть, бывают глаголами прошедшего времени. И также, то есть, являются насихом, работают, то есть, делают исмун кана, например, марфуам и хабарун кана мансубам, все равно, если будет даже глаголом настоящего времени. Или, например, будет глаголом повелительного наклонения. Повелителем глаголом «ау амран», «ау гайда далика» и подобных вещей. Такулю говоришь «кана зейдун каиман», «зейд был стоящим», «ва якуну зейдун каиман», и «зейд бывает стоящим», «кун каиман», «будь стоящим». «Зейдун» является «исмун кана марфу бидамма», «каиман» является «хабарун кана мансубун бильфатха». Зейдун здесь также является исмун якуну марфуам биддамма. Каиман является, например, хабарун кана или якуну мансубун бильфатха. Кун здесь, например, подразумевается анта. Это скрытое местоимение, обязательном форме, скрывается обязательно. Оно не является. Здесь подразумевается исмун кана, здесь подразумевается анта. Каиман – это уже хабарун кана мансубун бильфатха. Вадум аля